Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox Симулятор Пчеловода. И сегодня у нас будет супер серия, поэтому каждый, кто сейчас смотрит, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А мы с вами продолжаем. Итак, что мы будем сегодня делать? Ребята, 28-ю пчелу я уже получил. 28-ю одаренную пчелу мы с вами получили на стриме. Это было просто нереально. Мы потратили всего лишь 300 Royal Jelly, и как можете видеть, у меня 28 одаренных пчел. Разных одаренных. Очень сильно повезло, что мы получили с вами новенькую пчелку. Смотрите, вот она моя 28-я пчела. Вот она. Это у нас Рилли Би. Мы получили ее. Она дает нам прикольный баф. Прикольный одаренный баф. Она дает нам именно, смотрите, что дает. 10% красной пыльце. Это круто. Ребята, это круто. Фарм — это всегда хорошо. Сегодня мы с вами будем покупать еще 2 донаторских яйца. Друзья, да, приходится. А что делать? Я хочу получить 30 одаренных яиц и получить алмазную звезду, которую мы сегодня с вами и получим. Напоминаю, что вот эти вот яйца Star Egg, их всего лишь можно купить 5 штук. 5 штук на аккаунт, поэтому не если вы хотите покупать, покупайте их уже в самый конец, когда у вас осталось уже мало неповторок. Нужно покупать их только тогда, потому что с них получается всегда, каждый раз, такая пчела, которую у вас еще нет. Кстати, спасибо Кирлу за помощь в создании этого ролика. За робуксы. Итак, что мы делаем? Давайте купим для начала одно яичко, а после этого еще одно. Потом возьмем с вами алмазную звезду, посмотрим, что она нам даст. Кстати, за алмазную звезду я потрачу миллиард, ребята, миллиард. Это будет просто жесть. Покупаем яичко. Давайте, минус 1000 робоксов сразу. Пум, улетело. 1000 робоксов улетело. У нас есть удаление ячеечки. Будем мы с вами сегодня удалять. Кого же мы будем удалять? Давайте какой-то 7 уровень. Вот, шубу. Будем удалять вот эту вот шубу. Давайте, 7 уровень, мы ее удаляем. Надеюсь, она не одаренная. Так, а где моя одаренная шуба? Вот одаренная. Это не одаренная, и ее мы будем с вами удалять. Фу, ребята, барабанная дробь. Барабанная дробь, какая же пчела попадется? С бафом, либо бафом на скорость бега. Я бы хотел, чтобы попалась пчела именно с фармом. И давайте скрещиваем пальчики. Бум. Ниндзя Би, ребята, я ее хотел в самом конце получить. Ужас, 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 ужас. Смотрите, что она дает нам, Ниндзя Би. Ну, на самом деле она крутая. Это очень крутая пчела, Ниндзя Би, это реально круто. Все, теперь у меня есть все одаренные ивентовые. Смотрите, Котик, Фотоночка, Гамми, Краймсон, Кобальт, Медведь. Все одаренные, все легендарные одаренные. Шуба, Ниндзя, Мьюзик, Лев, Алмазная, Демонская, Бэби. Все легендарные у меня одаренные, ребят. Осталось буквально, смотрите, Рейдж, потом Демо, Бука и Бабл. Ребята, раз, два, три, четыре. 4 пчелы всего лишь осталось неодаренных. Это моя 29-я, и мы сейчас ее, наверное, немножечко с вами прокачаем, так как у нас ниндзя. Ниндзя — это круто. Хотя нет, стоп, мы сейчас ее не будем качать, мы же с вами потратим денежки еще на алмазную... На алмазную звезду, которая нужно на нее потратить миллиард, миллиард. Так, и нам нужно удалить, значит, еще одну ячейку. Какую же мы будем удалять? Мне кажется, наверное, Baby Love. Baby Love я удалю одну. У меня есть, получается, раз, два, двух. Мне будет достаточно, ребят. Я удаляю ее. Мне она пока не нужна. Конечно, я бы, если будет Rage B одаренная, то я потом Rage B поменяю просто на другую какую-то пчелу. Потому что их нужно 2 для бафа. И если она попадется одаренная, будет реально круто. Поэтому я пока их не трогаю. А это единственные плохие пчелы. Но они нужны мне для того, чтобы проходить круто муравейник. Итак, берем, удаляем еще одну. Вот эту вот Baby Love. Так, надеюсь, она не одаренная. А где моя одаренная? Одаренная у нас... где-то я ее видел. Так, давайте. Вот она одаренная, а это нет. Значит, мы ее с вами удаляем. Все, до свидания. И покупаем еще одно Star Itch. Это наша 30-я, друзья, 30-я одаренная пчела. Бум, еще минус 1000 робоксов. И немедля мы ее будем вылуплять. Фух, так, стоп. Нет, пока больше не надо. У меня в запасе еще осталось одно яйцо. Я его приберегу на потом. Так, и, кстати, у меня уже сколько? 500 билетиков. То есть, получается, одно яйцо, еще 500 билетиков. Это будет 2 пчелы. Останется всего лишь одна. Ну, такое себе. Давайте. Мы вылупляем наше яичко. И у нас что попадется, ребята? Что у нас попалось? Bubble Bee. Вот она, Bubble Bee. Что дает нам Bubble Bee, я уже не помню.
Так, где наша Бабблби? Вот она, вот она, вот она. Дает нам 10% к синим бомбам. Ну, неплохо. Синие бомбы — это неплохо, ребят. Но прикол в том, что у меня теперь скорость бега очень большая, потому что, во-первых, мне дала Хастиби. Друзья, Хастиби дала мне скорость 20%. Вот это вот. Плюс еще ниндзя дала мне 20%. Смотрите, еще она дает 20% скорости бега. Это капец. У меня сейчас на 40% больше, чем у обычного пользователя без этих пчел. Это реально жестко. Так, мне, кстати, нужно будет еще прокачать сегодня. Но мы это сделаем немножко попозже. Сейчас мы идем с вами просто делать обалденную штуку. Такую штуку, что мама не горюй. Сразу тратить миллиард. Одной кнопочкой, ребята. Одной кнопочкой тратить миллиард. Проверяем. Да, ребята, 30... 30 одаренных пчел. Я наконец-то это сделал. Ребята, 30, вы понимаете, это просто жесть. Это очень много. Поэтому я прошу вас, поставьте лайк. Я старался. Это просто капец. Я подхожу к этой вот звезде. И посмотрите, потратить нужно 1 миллиард меда, чтобы получить диамантовую звезду. Алмазную, диамантовую, неважно, миллиард меда. Слава богу, что я их нафармил. И мы сейчас с вами будем тратить. Ну что, ребят, тратим. Фух, нажимаем, и что у нас получилось? Так, обалдеть, вы посмотрите, вот это статы! Вы это видите, ребята, вы это видите? Контейнер в два раза, плюс 48% белой пыльцы, умножает конверсию на 1,13, 9% моментальной конверсии, 24% красным и 41% каким? А, от пчел. Обалдеть. Конечно, нету синих еще. Вот это тоже хорошо. Но вот это неплохо, ребята. Моментальная конверсия. Давайте посмотрим, сколько у меня сейчас вообще конверсия. 4588, а моментальная 45%. Естественно, я беру его. 5184, моментальная 54. О, боже мой. Ребята, рюкзак на 2 775 000. Вот это круто, ребята, 2 775 тысяч. Кстати, мне нужно еще, смотрите, сколько нужно сделать. Еще 350 квестов, чтобы получить, сколько получается, 25% вместимости. И здесь нужно еще набрать, грубо говоря, 1 200 000 абилити, чтобы получить еще 25 тысяч инвентаря. Пока что у меня вот такой инвентарь, 2 775 000, ребята. Офигеть, и миллиард мы с вами уже потратили. Также мы сейчас с вами прокачаем этих пчел наших, одаренных, новеньких. Потому что, ну как их оставлять не прокачан? Давайте мы им, ну сколько, по 500 тысяч закинем. Так, у меня печенья почти нет. Открываем магазин и покупаем печенечки, ребята. По 50 тысяч печенья каждой. Чтобы поднять их сразу до 9 уровня, ребята. Потому что я сейчас буду качать всех пчел постепенно до 9 уровня. Потом мы будем прокачивать с вами их до 10 по возможности. Сейчас мы качнем их до 9. Это будет, получается, плюс 2 пчелы 9 уровня. Я, конечно, бы хотел бы получить, на самом деле, Rage B одаренную. Но, увы, она не получилась. Получилась у нас такая, но тоже неплохо. Возможно, я, кстати, потом как-нибудь переролю этот амулет за миллиард. И посмотрю, что же там еще интересненького. Так, 50 тысяч. 50 тысяч мы купили. Это еще 500 миллионов. То есть мы потратили уже сегодня 1,5 миллиарда. Так, где наша пчела? Вот наша ниндзя Би, ее нужно делать обязательно максимального уровня. Сейчас она сразу 9-го. И мы еще сделаем вот эту тоже 9 уровня, нашу одаренную. Еще потратим 500 миллионов. Ну, а что делать, ребята? Что делать? Что не сделаешь ради хороших пчелочек, ребят? Так, заходим и тратим еще 500 миллионов, ребята. Еще 500 лямов. Я, конечно, нафармлю. И теперь, ребята, на стримах будет немножечко изменено правило. Я не буду тратить желейки, потому что это... бессмысленно, ребята, бессмысленно. Потому что, скорее всего, попадется повторка. И поймать вот эти вот три неповторки будет просто невозможно. Мы, значит, с вами на стримах будем тратить печеньки. Теперь мы будем тратить печеньки, потому что это хотя бы будет рациональной тратой денег. Я хотя бы буду прокачивать пчел себе. С помощью них мы будем фармить лучше и лучше муравейник. Кстати, я после записи попытаюсь побить свой рекорд. Я вообще туда давно не заходил. Там у меня рекорд 150, кстати, посмотрим, возможно, я уже вылетел со своего места. Так, вот эту пчелочку нужно покормить. Ну, пчелочка, давай, ты тоже у нас 9 уровень сразу. Видите, получается, еще столько же нужно поднять 10. То есть, с 1 по 10 уровень нужно миллиард потратить, миллиард на каждую пчелу. Так, к
Кстати, я здесь не вылетел со своего места. Да, я остался на 12 месте. Вот я вешу 41 миллиард 584 миллиона. Пока так и осталось. Давайте посмотрим муравейник. Что у нас там с муравейником нашим? У меня было 150 очков в прошлый раз. Так, 150 очков так и осталось. Я еще остался, ребята, в топе. Хотя на 40 месте, но все равно неплохо. Я тогда давно очень не заходил. Мне нужно прокачать как можно больше пчел до 9 уровня. Тогда я смогу набрать много, ребята, много. Хотя у меня еще есть 500 миллионов. Давайте мы с вами качнем какую-то пчелу. Например, эту мы качнули с вами. Можем 10 уровень поднять, ребята. 10 можем поднять. Давайте поднимем, почему бы нет. Плюс одна пчела. Как вы думаете, плюс одна пчела, 10 уровень? Потому что у меня в 10 всего лишь одна. И это лев. Так, а мне нужна боевая пчела. Вот эти пчелы очень боевые. Поэтому мы их с вами сейчас, наверное, и прокачаем. Хотя, смотрите, у кого больше атаки. Давайте посмотрим, у ниндзи или у этих. Так, у ниндзи сколько? Так, хест, 3 атаки. Здесь еще плюс 2 атаки. Так, здесь кобальт. 4 атаки. Ребята, нужно качать кобальт. Для нее нужно потратить... Сколько у нас у кобальта сейчас, ребят? Так, давайте мы синюю для начала качнем. 582 тысячи. Нужно потратить, получается, 420 миллионов. 42 тысячи печенья нужно потратить на синюю пчелу. Еще одна пчела будет у нас 10 уровня. Так, давайте просто... Ролик получится просто бомбезный. Столько мы еще, кстати, с вами не получали одаренок. Это 30-я одаренная пчела. Я очень счастлив, на самом деле. Потому что если бы мы на стриме не получили, мне пришлось бы тратить 3 яйца, чтобы получить эти сейчас 30 одаренных пчел. Так, сколько нам нужно? 42 тысячи печенья. У нас 23-24. Еще немножечко. Давайте, ребята, 27-28. Денежки просто тают. Но теперь я стану фармить еще быстрее. Где-то процентов на 30 я смогу фармить быстрее. Возможно, даже больше. Я посмотрю. На самом деле, я посмотрю. Последний раз, когда я фармил без бустов, у меня получилось где-то... Ну, с обычными бустами, вот эти, которые на карте есть, без кодов, я нафармил 300 миллионов за час. Причем, ну, не сильно напрягаясь. То есть, где-то у меня фарм 300 миллионов в час в данный момент. Так, давайте синюю пчелу. Где она, наша синенькая пчела? Вот. Будешь ты у меня 10 уровнем. Бум! Отлично. 10 уровень. Ребята, ну все, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!